Охрана позовите. Пошел нахуй. Да я тебе сказал. Чуть выше склад будет. Опека сейчас будет. Руки убрал. Стоять. Стоять. Ты что, не понял? Надо еще к вы сесть хотите. Беги лапой сказал. Стоять. Охрана сюда, пожалуйста. Стоять. Беги лапой. Какой тебе тут лапой? Это мой муж. А это мой муж. Ну и все, я своего мужа имею право снимать. Встану. Встану. Ты что надо? Он ребенка бьет. Я не бью, а вас бью. Своего ребенка. Это полиция разберется. Да, я хочу, чтобы сюда подошла охрана. Берешь на руки. Господа, мужчина бьет ребенка. Иди отсюда, понял? Своими делами занимайся, своим детям. Иди бери руки. Не надо бить его! Понял, что с тобой можно сделать здесь? Милицию хотел бы. Замечание сделали, веди себя адекватно. Чёрт, блин. Да хули мне охрана? Доволен? Ты ребёнка понимаешь. Доволен? Чё всё ты дела? В конце концов. Не твоё дело. Хорош, блядь, в камеру. Это не твоё дело. То, что ты ребёнка делал. Вот это понял? Ребята, свободен. Мы не расходимся. Мы вызываем полицию. Пожалуйста. Уйдите. Пошли вверх. Смотреть камеры, вызвать полицию. Камера, пожалуйста. Камера сюда, наверное. Пожалуйста. Я понимаю, надо вызвать полицию. Он бьет ребенка. Это мой ребенок. Нет, это не его дело. Свободен. Это не его дело. Он бьет ребенка. Он бьет ребенка, понимаете? В общественном месте орет матом на девочку. Вызвать камеру. Пожалуйста. Давайте его задержим и разберем. Давайте его задержим. Нет. Я не пытаюсь его погибть, я пытаюсь сделать так, чтобы он не ушел. Кнопку нажми, говори. И домой пытайся, понял? Пошли вверх. Я буду писать заявление. Ты пиши куда хочешь, что хочешь, понял? Я не мат. Мат, не надо. Я матом не ругаюсь. Пусть что хочет, то и пишет. Пошли. Пожалуйста, давайте его задержим. Если сотрудников палец нет. Надо, конечно, вызвать, куда он пошел. Но мужчина избивает ребенка, орет на него матом. Причем то, что он говорит и толкнул в шею, это неправда. Абсолютнейшая. Бьет ребенка. Ни за что он бьет ребенка, в том все и дело. А что значит неправда? Бери его. Сотрудники полиции. Бери руки, я сказал. Пошел, пожалуйста.